Ребятки, всем привет, всех приветствую на каналчике Токсикул, ФБР на связи, все как обычно. Сразу можете лупануть лайкосик, подписаться на канал, порекомендовать видео друзьям и приступить к просмотру. Сегодня я выезжаю поработать такси, готовьте ля-ля кебаб, чаюху, мы стартуем. Так, ребятушки, вот пробег 368 в конце, вот время 8 часов 38 минут. А сколько, говорит, у вас ожидания, первая клиентка по болту? Хотела вжарить меня на 6 гривен. Вон такси, говорит, 6 минут. А у меня 50 гривен писала. А сейчас написала 56. А у меня только 200. Тычет мне полтинник. Типа в надежде, что у меня не будет сдачи. Я нашел 140 и гривну 2,50 дал. Такие простые люди. Я вот, ну, реально начинаю уже обращать внимание. И вы, ребята, правы, да. То есть по болту уже начинается весь вот этот, знаете, жадоба-сброд, вот такой вот, на, ну, таксистам можно не додавать деньги, там, по пятерке, по 6, по 10 гривен можно не додавать. В супермаркет они приходят, тоже не додают. Напишите в комментах, как вы думаете. Ребятки, кстати, отвез же постоянную клиентку с утра. Как обычно, 130 гришек в банк. Сейчас иду парк Горького, в туалет высыкаться. А где же еще? Елочки тут, кстати, зачетные такие, голубые, еле большие стоят. Как-то утро поднасыпать заказики люто начало. Но вот я попал в центр и думаю, надо воспользоваться моментом, сходить в туалет. Потому что неизвестно. Сейчас заказик даст, а еще какой-то длинный, то еще и по пробкам. И начну колесить. Не получится сходить. Вот, ребятки, парк Горького. Красотень. Люди бегают с утра. Вот лето-парк какой-то полузаброшенный. Вид, конечно, супер. Свежий воздух. Но уже прохладно люто. Реально чувствуется прохлада. Сороки что-то шуруют тут, прыгают, орут. Ребят, напишите в комментах, кто знает, что вот это за такая сосеночка, так скажем, да? Что это за дерево такое, вот это в парке Горького. Интересно, видно, что это хвойное, вечно зеленое. Он, кстати, может, кто не знал, барвинок наш украинский тоже вечно зеленый. Зимой он тоже зеленый, у меня дома растет. Ну, красиво, конечно, здесь. Природа супер. В центре города такой райский уголочек. Да еще и с такими туалетами. Рыбки плавают, все дела. Музыка играет такая. Блин, прямо задремать хочется. Там бы еще кушетки поставили где-то рядом. Я бы лег бы, придремнул. Что хотелось бы сказать. Я там снимал целую рубрику видосов, посвященную, собственно говоря, подорожанию газа. Это было еще известно, бог знает когда. Весной, по-моему, если я не ошибаюсь, я снимал видосы. То есть там были законопроекты и так далее и тому подобное по этой всей теме. Ребят, я все это к чему? Газ дорожает каждый день там на 20 копеек, грубо говоря, да, все жалуются. Если он подорожает до 20 гривен, то уже будет, мне кажется, целесообразнее заправляться бензином по 25 гривен. Если это будет нормальная двойка, либо же даже спиртовая вот эта вот пятерка, если каждый день ездить на бензин. Во-первых, меньше замен свечей, катушек, этих самых, скажите, я скажу, проводов, газовых фильтров, форсунок, газового редуктора и всего такого. То есть газ — это тоже обслуживание самого газа прежде всего. Плюс расход газа повышенный. Как ни крути, например, если бензина у вас будет хавать там 10-11, то газа будет хавать 12-13. Если все это посчитать, то плюс-минус это будет то же самое. Чего, собственно говоря, и хотели добиться, чтобы вы заправляли что бензин, что газ, как бы одинаково примерно. А не так, как у нас был газ дешевый, все лили газ. Ну, я так понял, что была идея такая. Не знаю, насколько это, конечно, правильно все. Вот. И к чему? Что, наверное, скоро таксисты будут, как бы это ни звучало, ну, таксовать на бензине. А вот целесообразно ли будет катать на дорогих тачках, ребят, на дорогих тачках катать эконом,
Гоу, как сейчас это происходит, вот это уже другой вопрос. А то вчера едут и говорят, уже от этих ланосов рыгать хочется. Ребят, так вы вызываете, блин, гоу, вызываете эконом, к вам приезжает Toyota Camry 70, понимаете? Или прадики. Конечно, блин, вам будет тошно. А тот, кто едет, ему по барабану, он или там познакомиться едет, или выпить чарочку, там дружбана себе завести, или с девчулей познакомиться, там, я не знаю. Для чего это эти люди катают, убивают, уничтожают рынок, но это по факту так. Я считаю, что все должны отказаться, без исключения, это и Болтяра, и Ионка, и все подряд. Есть класс автомобиля, и по этому классу человек должен заказывать, по этому тарифу. А не так, что заказал эконом, а приехал бизнес, забрал его, потому что бизнес там стоял рядом. Бизнес там стоял рядом, значит, пускай человек его по бизнесу заказывает и по тарифу бизнеса. Я считаю так. Напишите в комментах, как считаете вы. Я видел, ребят, разное. Но спаренных, связанных два телефона одновременно в руке я еще не видел резинками. Ага, окей. Спасибо. Thank you so much. Я понимаю, таксист. У него два телефона, просто связаны резиночкой, чтобы удобно было книжку читать и заказики фильтровать, сидеть, вылавливать. Так что как-то так. Я только что иду, идет такая на пафосе девчуля. Ну, аж на бак реально длинный, короче, у него там такой именно конкретный. Вот, и мне такая пришла мысль в голову, ребят, вот я слышал не раз, это ж такие мифы, да, там в журнальчиках везде там девчули рассказывают, что если взять кавказца там или еще какого-то там паренька, у него если носик с горбинкой, то значит у него там кабачок именно конкретный такой здоровый и все такое, в общем, девчули будут довольны. Мне интересно, а если шнабак такой здоровый вот у девчули, напишите, может у кого-то опыт был, может у нее там такая пещера, что может и медведь на зимовку спрятаться, или это не зависит от носа? Ребята, а ну-ка поделитесь, может кто в курсе? Рынок, как всегда, семя с мужчин, яйцеклетки женщин собирает, тут орет, это реклама, сумасшествие какое-то. Вот так вот сейчас уже выглядит центральный рынок, уже осень. Копчики какое-то на тракторах, лютое ДТП. Бусик он разлупленный. Одна... А, скорая. Короче, трэш. Ребятки, пассажиры какие-то просто, как будто у полицейского с Рублевки. Демоны, понимаете, вот реально. Оценки портят, уже 4,88 оценка. Все спасибо. 5 зерок. Все дела, но оценка падает. Короче, я не знаю. Скрытые демоны завидуют, наверное. Большой парень думает, ах, сейчас я оценочку хотя бы ему глиму поставлю, так руки трусятся, думает, сейчас. Машина чистая, не знаю, к чему придраться, но вот здесь вот бы я на светофоре, наверное, поехал бы вот так, а вот здесь бы я сделал бы вот то, а вот тут бы я еще ручки бы протер бы, вот если бы я была бы или был бы таксистом, единица. Ну вот, наверное, с таким злорадством примерно и сегодня ставят мне оценки, потому что я иначе не понимаю. Да, ребят, что хотелось бы сказать. Вот вчера общался со своим тренером, да, который меня тренирует. Он там книжечки некоторые читает и так далее и тому подобное. И вот мы с ним рассуждали, что вот многие реально проблемы, это те, когда люди там на работе их достают, 5-10, вся эта энергия накапливается, потом человек приходит домой, начинает ругаться дома в семье, выплескивая эту энергию. Например, ну, ты ездил в такси, тебе там хамили, что-то еще, и тут получается терпел, пришел домой и дома поругался в итоге с близкими. Так вот, не терпите, сразу высказывайте в глаза.
Здравствуйте. День добрый. Так, хлопці, я вже це чуть не забув. Я вже все напрацювався на сьогоднішній день, навкалувався. Зараз думаю приїхати домой, завести вам стрімчик, прямейшую, найпрямейшую транслейшн, трансляцію для вас, супер-пупер транслейшн. І ми з вами там побазарим о ділах наших бренних, так скажем. О таксі і так далі, тому подобне. Новостей у нас куча різних, приколюх. Полялякаем там, музычку послушаем и так далее и тому подобное. Может, будет интересно, какие-то донатики, может, пособираем. Ну, посмотрим, что как оно будет. По сегодняшнему дню скриншотик я скину, сколько я заработал. К этому скриншотику надо добавить чаюхи. Чаюха была, кстати, чаюхи. Берем, короче, чай и берем мой... Собственно говоря, постоянный клиент, плюсом 200 гривен железно в кассе, а скриншот кассы по болту будет грязное в описании. Ну, видосик вставлю, в общем, как-то так. Также, ребятки, не забываем ставить лосики, лайкосики. This is пальцы в гору. И, собственно говоря, подписываться на канал. Внизу будут ссылочки. На, там, кстати, ссылочки на донатики есть, вдруг там кто забыл. Можно поддержать канал бабосом. И также самое внизу будет ссылочка на мой ТикТок, на мой Инстаграм и на Телеграм-группу, где вы сможете пообщаться с такими же таксистами, как и я, города Харькова. Хотел бы вам сказать, ребятки, вам добра, бабла, позитива, шикарных денечков, щедрых клиентов, чтобы все у вас было супер гуд, продвижение по жизни, как-то так, и всего наилучшего. Всем пока-пока, до новых встреч, бай-бай. Машем-машем, улыбаемся и машем. Ребятушки, вот пробег в конце 469, вот время 4 часа 38 минут.